我们现在讲一讲关于唱诵圣名的事项冒犯，这是每一天我们都应该朗诵的。如果我们在庙里参加早节目的话，在孟格拉二题之后，我们就应该能够去朗诵。Итак, 10 оскорблений святого имени. Мы вспоминаем о них каждый день, потому что каждый день, когда мы приходим на Мангала-Арати в храм, а после Мангала-Арати мы садимся и повторяем все эти 10 оскорблений. And in the disciple course, part of the course is also talking about the 10 offenses to be avoided in chanting the holy name. Каждый, кто получает первое посвящение, должен проходить курс ученик Виском. И в курсе ученик Виском, в части этого курса также рассказывается о 10 оскорблениях, которых нужно избегать при воспевании святого имени. So it's IDC is called disciple course. அதில் கூட இந்த எவ்வாறு நாம் இந்த 10 அபராதங்களை தவிர்க்க வேண்டும் என்று மிகவும் விளக்கமாக கூறப்பட்டுள்ளது. So we understand that all of you are familiar with the 10 offenses, but we want to explain some of the significant points. Мы понимаем, что все вы знакомы с 10 оскорблениями, но мы бы хотели объяснить некоторые важные моменты. So, before we recite the 10 offenses, usually we explain that if we commit offenses in our chanting, then we're not going to get the goal of the chanting, which is to develop love of God. И перед тем, как перечислить эти 10 оскорблений, нужно объяснить, что если вы совершаете эти 10 оскорблений, вы не достигаете цели своего воспевания, которая является развитие любви к Богу. So the first offense is to blaspheme the devotees who dedicated their life in propagating the holy name. Итак, первое оскорбление – это оскорбление преданных, которые посвятили свою жизнь распространению святого имени. So, as was mentioned this morning, to avoid offending devotees, the thing we can do is to glorify the devotees, to appreciate the devotees. И как уже говорилось сегодня утром, для того, чтобы избежать оскорбления преданных, мы должны прославлять преданных и ценить их. If we have the habit to criticize and to find faults, then we should look at ourselves and we should be critical of ourselves and not critical of others. Если у нас есть такая привычка критиковать и искать недостатки, то мы должны обратить это на себя и критиковать и искать недостатки в самих себе. Посмотрите на свои недостатки, ищите недостатки в себе. Не надо искать их в других, надо искать недостатки в себе. Very bad for our spiritual life.
И критиковать других очень плохо для нашей духовной жизни. Это оскорбление называется оскорблением бешеного слона. Devotees would often write to Srila Prabhupada. And if some devotee wrote to Srila Prabhupada criticizing the devotees, Prabhupada would feel very discouraged and disappointed. Преданные писали Прабхупаде, и если они писали и критиковали других, то Прабхупада был очень разочарован и очень падал духом. But if somebody wrote praising the devotees and talking about the good qualities, then Srila Prabhupada would be very happy and he would praise that devotee. Однако, если кто-то писал об других преданных хорошие и прославлял их хорошие качества, то Прабхупада был счастлив и прославлял этого преданного. Однако, если кто-то критиковал преданных, если кто-то выискивал в них плохое, то Прабхупада говорил, что это тенденция неофита. So, if you're not happy with something, you don't have to tell everyone about it. Если вы чем-то недовольны, то вы не можете сказать ничего такого, чтобы оценили другие. Rather, it's better just to show an example yourself. Be an example for everyone. Лучше показывать другим пример, быть примером для других. மற்றவர்களுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருப்போம். That will be good for others and it will be good for us also. Setting a good example. Working cooperatively and enthusiastically will help to create a nice spiritual atmosphere. Это будет хорошо для других и для нас самих, если мы будем хорошим примером. Работая, общаясь с другими преданными, с энтузиазмом, это все поможет создать духовную атмосферу. Then the second offense is to consider names of demigods like Lord Shiva and Lord Brahma to be equal to or independent of the name of Lord Vishnu. Второе оскорбление – считать имена таких полубогов, как Брахма и Шива, равными и независящими от имени Господа Вишну. We chant the holy names of the Supreme Lord. We don't chant the names of the other gods. Мы воспеваем имена Верховного Господа, мы не воспеваем имена других богов. The third offense is to disobey the order of the spiritual teacher. Третье оскорбление – не выполнять указания духовного учителя. Rather, the order of the spiritual teacher should be taken as our life and soul. Мы должны вместо этого считать указания духовного учителя нашей жизнью и душой. We should want to dedicate our life to the service of our spiritual teacher. Мы должны посвятить всю нашу жизнь служению духовному учителю. And the fourth offense is to blaspheme Vedic literature or any literature in pursuance of the Vedic version. Четвертое оскорбление – это пренебрегать ведической литературой и литературой, которая относится к ведической. It is pointed out that if we're not reading the books regularly, then that is an offense. Это означает, что если мы не читаем ведическую литературу, то мы таким образом наносим ей оскорбление.
Srila Jatpataka Swami Maharaj has been speaking regularly about the importance of reading Prabhupada's books. Шрила Джайпатака Свами Махарадж постоянно говорит о важности чтения книг Шрилы Прабхупады. We should read Srila Prabhupada's books. Don't worry so much about reading others' books, but first focus on reading all of Srila Prabhupada's books. Мы должны читать книги Шрилы Прабхупады. Не беспокойтесь слишком о чтении других книг. Главное для нас – это читать книги Прабхупады. Without having a good understanding of Srila Prabhupada's books, it will be a little dangerous for us to go and read others' books. Без глубокого осмысления книг Шрилы Прабхупады для нас будет представлять опасность чтения другой литературы. Srila Prabhupada would often say, everything is in my books. You just have to read them carefully. Прабхупада любил говорить, все вы найдете в моих книгах, просто вам нужно читать их внимательно. Of course, since Srila Prabhupada's departure, other books have been published by the BBT. They completed the Srimad Bhagavatam, and they published books like the Brihad Bhagavat Amrita. Конечно, со времени ухода Шрилы Прабхупады BBT публиковала другие книги. Они издали полный Шримад Бхагаватам, а также такие книги, как Брихад Бхагаватамрита. But first, we want to read Prabhupada's books. Whatever Prabhupada wrote, that's primary importance. That is essential for our Krishna consciousness. Однако прежде всего мы должны читать книги Шрилы Прабхупады. Что бы ни написал Шрила Прабхупада, это имеет первостепенную важность. Это сама суть сознания Кришны. As we said, the third offense is to disobey the order of the spiritual master. And the spiritual master of all the devotees is Srila Prabhupada. Как мы уже сказали, третье оскорбление – это не выполнять указания духовного учителя. А духовным учителем всех преданных является Срила Прабхупада. There are more than 100 devotees giving Diksha today in the ISKCON society, and in the future there will be many more. Сейчас в ИСКОН более 100 духовных учителей дают инициации, и в будущем это число значительно увеличится. The preeminent Shiksha Guru, or the instructing spiritual master, is His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Однако главенствующее положение как Шикшагуру, как духовный учитель, который дает наставления, занимает его божественная милость, Ачи Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупада. And one of the main purposes of initiation is to connect us more closely to Srila Prabhupada and to the entire disciplic succession. И одна из главных целей посвящения – это сделать нас ближе к Шриле Прабхупаде, соединить нас со всей линией ученической преемственности. Мы отдаем должное духовному учителю. Гуру Бхакти – это очень важная вещь, однако также у нас должно быть знание шастр. И также мы должны слушать садху, других святых личностей из нашей линии ученической преемственности. Садху, Шастра и Гуру являются нашими авторитетами.
Guru is the one who knows the Shastra and who presents the message of the Shastra for our understanding. Guru – это тот, кто знает Шастры и тот, кто представляет послание Шастр нашему пониманию. So it's very essential every devotee should have a program to read Prabhupada's books. Очень важно, чтобы у преданных были программы по чтению книг Шрилы Прабхупады. We encourage everyone make a regular program, just like in our temples every day we go through the Srimad Bhagavatam, usually one verse at a time. И мы вдохновляем преданных, чтобы у них такие программы проходили регулярно. В наших храмах, например, у нас каждое утро проходят лекции по Шримад Бхагаватам. Обычно за один раз мы читаем по одной шлоке. So today we see most devotees are not staying in the temple, they're not in the ashram, they're living in their home outside. So you have to follow everything, just as we do it in the temple. You have to read every day. Сейчас мы видим, что многие преданные не живут в храме или в ашраме. Они живут дома, вне храма. Однако они все же должны делать все то же самое, что и в храме. Вы должны каждый день читать. You may say, well, I'm only taking first initiation, the second initiation is more for studying scriptures. Вы можете сказать, у меня первая инициация, вторая инициация для чтения книг. But if you're not reading regularly, whether you're first initiated or second initiated or taking shelter, if you don't hear regularly, it will be difficult for you to keep up your chanting. Если вы не читаете регулярно, невзирая на то, первая ли у вас инициация или вторая, или же вы приняли прибежище, если вы не слушаете регулярно, для вас будет очень трудно продолжать ваше воспевание. Then the fifth offense is to consider the glories of chanting Hare Krishna to be imaginary. Пятое оскорбление – считать славу Святого Имени плодом воображения. It is said just by one time chanting the holy name, we can destroy unlimited amounts of sin. So one may think, oh, I don't believe it, I don't think the holy name could be so powerful. So that is an offense. Мы знаем, что лишь одним произнесением Святого Имени мы можем уничтожить бесконечное количество грехов. И мы можем подумать, я не верю, что Святое Имя может быть столь могущественно. Вот это и является оскорблением. We have to understand there is great power in the holy name. But it depends on the quality of our chanting. В Святом Имени скрыта великая сила, однако она зависит от квалификации воспевающего. Generally, we distinguish three levels of chanting. There is first of all nam aparad, offensive chanting. Then there is namabhas, the intermediate stage in chanting, and then there is shuddhanam, the pure name. Мы различаем три уровня воспевания. Первый уровень – это нама-аппарат, то есть оскорбительное воспевание. Затем идет нама-бхас, средний уровень. И затем шуддханама, то есть чистое воспевание. Итак, нама-апарадха – это непреднамеренное, неумышленное оскорбление при воспевании.
எனவே நாம் இந்த நிலைகளை உணர்ந்து கொண்டு நம்முடைய ஜபத்தை நாம் முன்னேற்றிக் கொள்ள வேண்டும். However, namabhas is where one is making a genuine attempt to avoid offenses. Однако на уровне намабхас мы уже стараемся избегать оскорблений. Уруван мига сриддайоду нам муннера вендум என்பதற்கு ஒரு முயற்சி செய்கிறார். And Haridas Thakur describes it just by chanting the holy name at namabhas, then one is on the liberated platform. А Харидас Тхакури говорится, что воспевая лишь на уровне намабхаса, он достиг платформы освобождения. அவர்கள் முக்தி அடையும் நிலையில் தான் இருக்கின்றார்கள். And should the nam should come to the pure holy name, the chanting of the holy name without offense, you can understand Krishna is not different from his name. И шудханама – это воспевание святого имени без оскорблений. Когда у нас есть понимание того, что Кришна не отличен от своего святого имени. உயர்ந்த நிலையை அடைந்து விடுகிறோம். On one occasion, when Prabhupada was giving initiation, he had one of his sannyasi's disciples give the lecture, and Prabhupada was listening, and the devotee said, Krishna is in his name. But Prabhupada stopped and corrected. He said, no, Krishna is his name, not different from his name. It's not that Krishna is in his name, but Lord Krishna and Lord Krishna's holy name are one and the same. Был такой случай, когда Прабхупада давал инициацию. Он велел одному своему ученику Саньяси давать лекцию, и Прабхупада в это время сидел и слушал. И преданный сказал, Кришна находится в его святом имени. Однако Прабхупада остановил его и поправил. Он сказал, нет, Кришна и есть его святое имя. Он не отличен от своего имени. Кришна не находится в своем святом имени. Кришна и его имя едины и не отличны. И шестое оскорбление – это давать собственные интерпретации святому имени. For example, someone may say, oh, Krishna, the word Krishna means black. So black means something mysterious, something which cannot be known. So Krishna cannot be known. Кто-то может подумать, о, Кришна, Кришна это значит черный. А черный это нечто таинственное. Нечто, что не может быть познано. Значит, Кришна непознаваем. Давать подобные собственные толкования является оскорблением. Намே нам ஒரு விளக்கத்தை கொடுத்து கொள்கிறோம். இது ஒரு அபராதம். The seventh offense is a serious one because one may think that by chanting Hare Krishna we can commit sinful activities. Седьмое оскорбление является очень серьезным, потому что кто-то может подумать, воспевая святое имя, я могу совершать греховную деятельность. Tomorrow I'll chant Hare Krishna more to make up for it. That is an offense. Кто-то может подумать, о, сегодня меня пригласили на вечеринку. И там на вечеринке будет выпивка, будут всякие нежелательные вещи. Но я все равно пойду на вечеринку, буду там все это делать. А завтра я просто буду больше воспевать и таким образом заглажу все совершенное. Это является оскорблением. செய்ய போகிறேனே என்னுடைய பாவங்கள் எல்லாம் நான் ஜபம் செய்யும் போது அழிந்து போகும் என்று நினைக்கலாம். இது ஒரு அபராதம். That kind of chanting is like the bathing of an elephant. That the elephant will take a bath and after bathing it will come out, it will roll in the dirt.
Это оскорбление можно сравнить с купанием слона. Слон искупается в речке, но после этого он выходит на берег и опять катается там в пыли. So when we chant, we must be very sure to avoid all sinful activities. Когда мы воспеваем, мы должны быть уверены в том, что мы избегаем всякой греховной деятельности. இந்த பாவ காரியங்களை எல்லாம் தவிர்க்க வேண்டும். It is very serious offense to think that, oh, I will do sins, but I will chant to make up. Это очень серьезное оскорбление думать, вот я сейчас буду воспевать, и этим я заглажу всю свою греховную деятельность. You have to give up all of this and never, and you should regret deeply that you ever performed such sins. Перед тем, как прийти в сознание Кришны, человек мог совершать множество грехов. Однако, если вы пришли в сознание Кришны, имеется в виду, что вы должны все это оставить. И вы должны глубоко сожалеть о том, что вы когда-либо совершали такие поступки. Is to consider chanting Hare Krishna to be an auspicious ritualistic activity, as in the Vedas, like karma kanda. И восьмое оскорбление считать воспевание святого имени одним из видов благоприятной обрядовой деятельности, описанной в разделе Вед карма канда. Karma kanda activities are done for material benefit. Chanting Hare Krishna. It's not meant to be done for material benefit. It's meant to be for our spiritual benefit. Кармаканда совершается ради материальных благ, а воспевание Хари Кришна предназначено не для материального, но для духовного блага. Харинама джабам сейвады аввары алла. Енаве нам харинама джабам сейвады энбаде намудия аалмига ваалькаил нам ундеруватаргаагатан. So if you think chanting Hare Krishna is just like some karma kanda activity, it's just another pious activity, that is not correct. Итак, если мы считаем, что воспевание святых имен это один из видов карма канды, благоприятной деятельности, это неверно. There may be some people who do chanting of Hare Krishna like that, but they don't take initiation. They don't come to Krishna consciousness. Некоторые воспевают Хари Кришна таким образом, однако они не принимают инициацию и они не приходят в сознание Кришны. We are chanting Hare Krishna to please Krishna, to develop our mode of service to Krishna. Мы воспеваем Хари Кришна ради того, чтобы удовлетворить Кришну и для того, чтобы совершать служение Ему. நாம் கிருஷ்ணரின் சேவையில் ஈடுபடுவதற்காகத்தான். Then the ninth offense is to instruct the glories of the holy name to faithless persons. Девятое оскорбление — рассказывать о славе святого имени неверующим. மீது நம்பிக்கை இல்லாத ஒருவருக்கு ஒருவரிடம் இந்த திருநாமங்களின் மகிமைகளை பற்றி கூறுவதுதான். We want to create faith in people. Мы хотим создать в людях веру. And we can help people to develop faith by having more kirtan and by distributing very sumptuous prasada. И мы развиваем в них веру путем воспевания киртана и с помощью распространения изысканного прасада. We can explain also the basic principles of the Krishna conscious philosophy. Мы также должны объяснять базовые принципы философии сознания Кришны. We can explain the difference between the body and the soul. Мы должны объяснять разницу между телом и душой. And we can explain how we need to get control over our mind and senses.
Мы должны также объяснять, каким образом мы должны контролировать ум и чувства. И таким образом постепенно мы вводим их в процесс бхакти-йоги. And then gradually we can also explain to them how we have a relationship with the Supreme Lord Krishna. И таким образом постепенно мы подводим их к пониманию того, каковы должны быть наши отношения с Господом Кришной. However, if immediately we begin to talk about the intimate pastimes of Radha and Krishna and explain that the holy name is fulfilling all our material desires, then this can lead to offenses. Однако, если мы сразу же начнем им рассказывать о сокровенных играх Радхи и Кришны, говорить им о том, что Святое Имя исполняет все наши материальные желания, таким образом мы совершим оскорбление. Мы хотели бы вдохновить на создание в людях веры, помочь им взрастить веру с помощью хорошего киртана, что позволит им больше общаться со Святым Именем, а также позволит им вкусить Кришна-прасад. Однако десятое оскорбление – не иметь достаточно веры в воспевание Святого Имени и сохранять материальные привязанности, несмотря на то, что мы получили столько наставлений на эту тему. Материальные желания также являются препятствием на пути нашего духовного возвышения. Мы должны стараться отбросить все наши материальные привязанности. И отбросить материальные привязанности нам поможет привязанность к Кришне. Мы должны привязаться к служению Кришне и особенно к воспеванию святых имен. Если мы пытаемся продвинуться на духовном пути, и однако вместе с этим мы держимся за свои материальные привязанности, прогресс для нас будет невозможен. And they asked the boatman to row the boat all night. But when they woke up in the morning, they found the boat was in the same place because the boatman had not released the mooring, the ropes which were tying the boat to the side of the river. So the boat never moved anywhere. Существует известный пример с лодочником. Группа людей хотела переплыть реку, потому что туда они собирались на свадьбу. И вот для этого лодочник должен был грести всю ночь. Но однако, когда они проснулись утром, они обнаружили себя на том же самом месте. Поскольку лодочник забыл отвязать веревку, которой лодка была привязана к берегу. И таким образом лодка никогда бы никуда не сдвинулась. So the boatman was rowing, but the boat was still attached to the side of the river. So he could not go anywhere. He was wasting his energy.
Лодочник греб, однако, поскольку лодка была привязана, она не могла сдвинуться, и он просто зря потратил силы. So we want to be careful when we do our chanting that we can somehow put aside all of our material attachments and focus fully on the holy. Поэтому мы должны быть осторожны, когда мы воспеваем, мы должны оставить в стороне все наши материальные привязанности и полностью сконцентрироваться на святом имени. Sometimes devotees would ask, what should we think when we chant the holy name? But Prabhupada said, well, it's not a question of thinking. He said, you use the tongue to chant and the ear to hear. Иногда преданные спрашивают, о чем мы должны думать, когда воспеваем святые имена. И Прабхупада отвечал, смысл не в том, о чем вы думаете. Вы должны использовать свой язык, чтобы воспевать, и уши, чтобы слушать. And then the ears are hearing, you conquer over the mind. The mind has to be engaged in focusing on chanting and hearing. Если ваш язык занят воспеванием, а уши слушанием, то ваш ум будет побежден. Ум должен быть сосредоточен на слушании и воспевании. And louder chanting is also encouraged. We're not encouraged to chant within the mind. Rather, we need to hear the holy name. And you can hear many Prabhupada japa boxes are there. You can hear the recordings of Prabhupada chanting. We never saw Prabhupada sit and hold the beads with no sound. Whenever Prabhupada would chant japa, we could hear his chanting. Очень желательно воспевание вслух. Мы не вдохновляем вас воспевать в уме. Лучше слушать святые имена. Вы можете слушать, как воспевал Прабхупада. Здесь очень много Прабхупада бокс, и вы можете слушать его воспевание. Мы никогда не видели, чтобы Прабхупада садился и воспевал про себя. Он всегда воспевал так, что мы могли слышать его воспевание. Just like the young child, when they're separated from the mother, they will call from the heart. So in the same way, we should feel also our separation from Lord Krishna. И Прабхупада говорил, что во время нашего воспевания мы должны быть как ребенок, зовущий свою мать. А когда ребенок разлучен с матерью, он зовет ее от самого сердца. И таким же образом мы должны ощущать нашу разлуку с Господом Кришной. So after reciting the 10 offenses, we also add that it is also offensive to be inattentive while chanting. И после перечисления 10 оскорблений мы также говорим о том, что невнимательность также является оскорблением. Считается, что 11 оскорбление, невнимательность, это семя, из которого растут все остальные оскорбления. We have to chant with full attention. That means, be careful where you try to chant, because some places you can easily be distracted. Мы должны воспевать с полным вниманием. И это означает, что нужно быть внимательными к тому, в каком месте вы воспеваете. Поскольку в иных местах вы легко можете отвлекаться. If you're taking care of a young child, for example,
it will be difficult to chant because children need your attention. Например, если у вас маленькие дети, то воспевать будет очень сложно, поскольку дети требуют вашего внимания. And when we chant, you don't want to try to chant in front of a television. And similarly, you don't want to be holding a mobile phone in your hand when you're chanting. Когда вы воспеваете, не надо воспевать, сидя перед телевизором. Точно так же не надо держать при воспевании мобильный телефон в другой руке. So this initiation is very important, and it's initiation into the process of devotional service. And the most important part of this process is the chanting of the holy name. Итак, это посвящение очень важно. Это посвящение в процесс преданного служения. А самая важная часть этого процесса – это воспевание святых имен. Итак, от каждого из вас зависит, насколько серьезно вы будете в воспевании святых имен, получив инициацию. And this initiation is being given, we should understand this is for life. This is not something which you're just going to do today or for a short time. But you're going to keep up this practice for the rest of your life. И мы должны понимать, что сегодняшняя инициация – это на всю жизнь. Это не на один день, не на какое-то короткое время. Вы должны следовать этой практике всю вашу оставшуюся жизнь. One of our devotees, she was being initiated, and she brought these very beautiful beads. And I was surprised. I said, wow, these are really beautiful beads. And she said, yes, well, I'm going to use them for the rest of my life. I want to have some good beads. Одна преданная получала инициацию, и она принесла замечательные четки, очень красивые. И я сказал, о, прекрасные четки. И она сказала, да, я же буду использовать их всю оставшуюся жизнь, поэтому они должны быть хорошими. So I understood she was very serious. She was really taking her spiritual practice and the chanting of the holy name very seriously. И я понял, что она очень серьезна. Она воспринимает свою духовную практику и воспевание святых имен очень серьезно. And we all should consider the holy name to be our first business in the day. И мы все также должны считать воспевание святых имен самым главным занятием в течение дня. We don't want to go through a day where we neglect the chanting of the holy names. Мы не хотим прожить и дня, если мы пренебрегли воспеванием святого имени. And we want to chant with quality, avoiding these offenses. И мы должны воспевать качественно, избегая всех этих оскорблений. Then you can get the goal of the chanting, love of God. И тогда вы достигнете цели вашего воспевания, любви к Богу. Okay, Hare Krishna.